советское время, когда в советское время все были равны. Пенсионеры даже имели возможность часть своей пенсии откладывать. Наши пенсии сейчас не отложишь. Вот, на нашей пенсии не проживешь. Каждый месяц идет повышение цен на продукты, на все. А пенсии у нас каждый месяц не растут. Поэтому мне это время не нравится. И кризис этот тоже мне не нравится. Я за советское время. Я не кризис, очень негативно сказывается на нашей жизни. Пенсии не хватает. Вот я, например, инвалид по зрению и получаю маленькую пенсию. Денег не хватает. Очень растут тарифы на ЖКХ. Очень это. И вообще жизнь очень дорогая. За что ни возьмись, все услуги вообще дорогие. И еще мне не нравится, что платное образование, медицина тоже стала очень дорогая. Много коррупции, воровства в стране много. Очень вообще нет порядка. Нигде ни в чем. Каждый день, вот как не слушаешь новости вот по телевизору, всегда где-нибудь какого-нибудь коррупционера арестовали. Это полковника полиции, там, это чиновника какого-нибудь. То и дело слышишь о воровстве. Для пенсионеров, но для рабочего многие. У нас в стране больше половины живут, когда доказывают люди, вышестоящие, что живут в нищете. Вот. Пора уже подумать людям, вышестоящим, наладить жизнь для пенсионеров и для рабочих, чтобы они достойно получали пенсию, зарплату и разные вознаграждения. Так что мы надеемся, что в будущем году жизнь для людей сделают удобно и хорошо, и чтобы пенсии увеличили не на 4-5%, а больше, чтобы на 10-15%, чтобы люди жили и пенсионеры, и все в достатке. Вот что я хотел сказать вкратце. На меня кризис совершенно не повлиял, что он был, что его не было. Я прекрасно справляюсь со всеми финансовыми проблемами. Я учусь заочно по субботам, не работаю с графиком 5-2 по будням. Денег хватает, чтобы оплатить учебу, оплатить квартплату. Хватает на вкусную, полезную еду, не порченную, хорошую. При этом хватает на много таких вещей, как красная рыба, икра. Мы можем себе это позволить. И люди, которые говорят, что кризис несет очень большой дискомфорт в их жизни, наверное, просто ничего не делают для его решения. Эти проблемы можно спокойно решить, найдя хорошую свою работу, которая будет даже нравиться, скорее всего. Со временем зарплата будет повышаться, и денег будет даже больше, чем нужно. Здравствуйте. Я работаю инженером по ремонту компьютеров, телефонов, планшетов. Собственно говоря, каким образом коснулся меня кризис? Таким образом, что у людей упала покупательская способность, платежная способность. Даже если они что-то покупают, они это не могут, у них нет денег на ремонт. Соответственно, старые тоже неохотно ремонтируют, и новые. Единственный ремонт это по гарантии, то тоже сейчас, насколько мне известно, это очень сложно в данной ситуации, поскольку поставки тоже очень тяжело идут. Вот. Да и самому лично купить какой-нибудь апгрейд для очередного улучшения какой-нибудь для компьютера своего, для дома, становится достаточно накладно. Материально, наверное, он влияет на многих, но скорее гипотетически, в том плане, что прям так, что я пол зарплаты потерял за раз, такого нет в любом случае. Но вот планировать что-то так на полгода вперед, наверное, сложновато. Какие-то супердорогие покупки, конечно, уже, наверное, планировать не приходится. Тот же самый отпуск, я не знаю, хоть и можно спланировать, конечно, но, наверное, влияет. Думаю, скорее влияет, чем нет. Потому что вспомнить хотя бы года 2004, 2006, 2007, наверное, тогда немного проще было. В плане каких-то очень дорогих покупок. Тогда времена были другие, да, все-таки до 2010 года. Ну, экономический кризис отразился на нашей жизни в том числе.
Могу привести такой пример, что недавно мы с мужем ездили отдыхать за границу и ощутили это в связи с тем, что курс доллара у нас увеличился в 2 раза.